Ребята, всем привет, с вами Алексей, вы на канале Сантехстрой. Сейчас у нас такая будет переделочка, вы говорите, да, что мы не берем такие какие-то маленькие объемы работ. Берем, смотрите, это у нас получается и санузел, получается, и ванная комната, то бишь совмещенная вместе. Здесь два квадрата, ну, быть как бы точнее, получается 1,9 квадратов. И здесь надо будет разместить душевую кабину, здесь будет душевая кабина. Вот будет стоять смеситель, полотенцесушитель. Заказчик сказал, что так и он и остается. Вот в этой вот части полотенцесушитель. Будет сюда еще устанавливаться унитаз. И слушаем еще внимательно. Умывальник. То есть унитаз, умывальник, душевая. И придется как бы попробовать все это сюда реализовать. Материалы заранее уже были куплены. Это смесители. Унитаз, если видим, здесь с нижним подключением будет сюда в пол, для того, чтобы сократить максимальное расстояние. Вот, в эту часть будет устанавливаться умывальник, тоже умывальник будет минимального плана. Все вот эти вот порнографии, смотрите, как предыдущими монтажниками сделано, да? Вот это подвод, ребята, вот это подвод к счетчикам, сделан металлопластом. Она вот таких вот китайских соединителях. Вот, ну, блин, это просто капец. Фирма Фраб. Вот, фирма Фраб. Стоят гродненские краны. Наверное, такие же они и будут стоять, потому что тоже купили Гродно. Вот, и фильтра тоже будут гродненские. Ну, как есть. Частично материал, как бы, у заказчицы есть. Остался с другого объекта. Вот, и мы будем пробовать что-то с этого реализовывать. Здесь, если видим, уже полипропилен, уже здесь вот кто-то ремонтировал, вот так пакетами позаматывал, нитками или там чем-то, ну, короче, фиг его знает. Вот такая вот работа сантехника. Здесь идет 20-м, здесь идет 25-м, с 25-ки на 1/2, здесь сразу же переход на металлопласт, короче, ну, я не знаю. Видим, да, уровень монтажа. Также канализация здесь, смотрите, подвод канализации. Видим, да? Просто кинули. Вы говорите, там надо перелив, там воняет или еще чуть-чуть. Да ничего не воняет, все нормально. Кинули, короче. Вот, и не запаривается. Еще раз повторюсь, счетчики мы будем, ну, если делать хотя бы более-менее нормально, потому что здесь такой бюджет вариант. Вот, счетчики будем переносить мы на кухню, сюда вот под моечку. Вот сюда будем переносить их, устанавливать их под мойкой. И уже отсюда будет полностью разводка по всем потребителям. Будем частично заштрабливать. Напишите в комментариях, что это такое. Вот здесь два выхода заглушенных. Для чего они, тоже неизвестно. Я думаю, весь процесс работы вы увидите. Будет вот такого плана стоять фирмы Тим. Сифон, он с нержавеечки идет на душевую кабинку. Душевую кабинку также будет вылаживаться с плитки для того, чтобы сократить место. Ну, я думаю, что я буду вам все это рассказывать. Я думаю, что вы все это увидите в чистовом виде. Так что, поехали. Так вот, ребята, смотрите, начали демонтаж. Здесь получается ванна вмурована в стену, вот, со всех сторон. И если здесь тоже демонтировать, уже все, уже там дальше коридор, уже получается она полностью насквозь. Сейчас будет принято решение вот так выпилить, может даже два прореза сделать, для того, чтобы можно было ее демонтировать, чтобы с минимальными затратами, чтобы не надо было потом делать вот здесь ремонт. Вот, ну как бы с обратной стороны, но это не точно. Ну что, погнали. Молоточком. Все. Аккуратненько, как говорится, без шума и пыли. Мы демонтировали, можно сказать, чудо с СССР. Ну что,
Будем продолжать дальше. Так, ребята, мы здесь все это уже демонтировали, уже частично, да, нашли все эти раструбы. Смотрите, как здесь был сделан сифон, да, в советское время. Он тоже идет с 11 кВт затвором, но весит, конечно, он колоссально. Сейчас будем, вот дошли, нашли раструб, будем выбивать и частично, короче, переделывать. Вот, здесь унитаз. Будем делать сюда на бок, потому что дверь как бы когда открывается, чтобы его как бы особо не цепляло, да? Будем ставить сюда на бок, и здесь уже будет умывание. И еще сталкиваюсь с такой ситуацией, посмотрите, какое состояние здесь. Вот. Да, оно все сгнившее, короче, вот типа раствором замазано. Но это тоже оставлять как бы смысла нету. Почему? Потому что если это мы так оставим, здесь уже видно, даже уже подтеки, да, были какие-то. Вот, оно уже все это видно текло отсюда. Потом в дальнейшем будет проблема, придется все это разбирать. Так что будем вот от этой части очищать, убирать и уже доходить до вот этого раструба, который вот здесь вот мы уже нашли раструб. Будем выковыривать отсюда, сюда ставить тройник, чтобы максимально был вот это вот здесь все это зашить, чтобы унитаз можно было поставить вот в эту сторону, да, с нижним подключением и уже сюда пикнуть умывание. Так что сейчас будем менять вот этот вот стояк, демонтировать его. Вот. Ну и покажу, в принципе, как у нас получилось, потому что снимать весь процесс работы и, грубо говоря, там все это озвучивать очень много времени занимает. Так что я демонтирую, покажу и в дальнейшем объясню. Так что смотрим. Сейчас вам, ребята, покажу, как собирать стояк. Меня, кстати, много кто спрашивает. Если видим чугун, мы сразу же тапером перешли. Здесь такая резиновая манжета стоит. С чугуна на пластик. Смазали все. Берем вот тут кусок трубы. Также смазываем. На эту часть мы одеваем муфту. Все покажу. Муфтой все это. Промазали муфту. Я буду вас вешать. Веселее рассказывайте. Поверни, вот здесь у нас хозяйка комментирует так. Все это смотрит, набирается опыта. Поставили муфту, затянули ее до самого конца. Дальше мы ее вставляем сюда в тапер. Берем кусочек трубки. Мы уже заранее ее подготовили. Все покажу. А что, она не страшна, ее отрезали. Так. Так тоже. Сюда оттягиваем. Вставляем здесь. Встали. Она у нас за подлицо почти с этой трубой. И дальше мы уже оттягиваем саму муфту. Леха, трубу сложишь. Ну да. Как говорится, не помажешь, не поедешь. Хозяйка, отвлекай. Меня контролируй. Не, мне просто самой интересно. Вот честно, правду говорю. Так, с трубусом упомнишь, Леха. Типа любознательный. Ага, ну и. Красиво одета и с прической, я бы покомментировала работу вашу. Все. Получается вот так вот. Здесь еще подвину. Все. Только криво. Вот такое вот соединение у нас получилось. Кстати, сделали здесь выход сразу же для унитаза. Как еще раз говорил, унитаз будет стоять вот в этом вот положении, для того, чтобы было сюда возможность поставить умывание. И выход на кухню также переделали, потому что он был здесь, ну, как бы, не видно, да? Получается, они идут по верху стены и уже заходят там отводом на кухню. Он настолько был забит, что просто там вода не проходила. Решили мы уже сделать, так как переделывали вот эту часть, вот, решили сделать еще дополнительный выход уже на кухню. Ну и дальше весь процесс я также вам, ребята, все покажу. Сделали выход под умывальник, на мойку, вернее,
под посудомоечную машинку перенесли два счетчика учета воды и выход холодной горячей воды и для стиральной машинки, еще будет здесь стиральная машинка. На счетчиках поставили полнопроходные фильтра, и в этой части сейчас вот Саша все выставляет, чтобы зафиксировать эти все эти выходы. Также видим, в штробу завели трубу 50-ку канализационную, сделали два выхода холодной и горячей воды и выход для унитаза, который будет. Ну и будет выход еще для у нас для этого, для смесителя, который будет на душевую кабинку. И также установили здесь вот такой вот ран. Следующий уже процесс. Сейчас вот все мы выставим, все это зафиксируем, уже будет отделка. И потом уже будет укладка плитки и тому подобное. И как получилось, я вам также все это покажу. Спустя какое-то время мы опять попали на этот объект. Вот. И смотрите, что у нас получилось. Везде уже лежит плитка. Как я вам говорил, унитаз, да. Здесь можно спокойно будет на него присесть. Вот. Умывальничек также вместился. Умывальник у нас получается где-то 45 сантиметров. Вот рядышком. И душевая кабинка. Если видим, трап стоит. Стоит трап в пол. Вот. Места стало, конечно, гораздо больше, чем изначально это было. Все вместилось. Также есть полотенцесушитель. Вот, правда, в душе, но его здесь больше некуда, потому что здесь, если видим, стоит зеркало, да, сразу же возле умывальника, для того, чтобы можно было там навести марафет. Вот. И смеситель. Смеситель получается для того, чтобы можно где-то было там помыть ноги, либо же принять верхний тропический душ. Ну, я думаю, что получилось в таком маленьком квадрате довольно достойно. Здесь все коммуникации здесь зашиты. Вот, счетчики, как я и говорил, перенесли все на кухню. Вот здесь сразу стоит сифон. Два отсекочных крана. Ну, я думаю, в целом все получилось неплохо. Так что видим, можно даже в таком маленьком помещении сделать, чтобы было все на высоте. Так что, ребята, если вам видео было полезно, обязательно поддержите лайком, напишите какой-нибудь комментарий. А с вами был Алексей. Всем пока, до новых встреч.